На канале ТВЦ состоится повторный показ четырехсерийного детективного сериала «Синичка», выход которого ожидается 23 мая. В центре сюжета сериала психолог Ульяна Синицына. Она разработала уникальный метод диагностики на основе спонтанных рисунков людей. По каракулям, которые люди чертят в задумчивости на полях блокнотов, она может рассказать о человеке практически все. Беда в том, что на кафедре метод считают уже научным и не дают Ульяне защитить диссертацию. Синицына увольняется из института и устраивается в полицию на вакансию психолога, чтобы опробовать свое изобретение на практике. Ее представляют в качестве консультанта к экстравагантному следователю Игорю Левину. Он полная противоположность Ульяны. Раскованный, уверенный в себе красавец, баловень судьбы и любимец женщин. Их первое совместное дело – исчезновение молодой балерины. Левин уверен, девушка сбежала со своим поклонником. Однако Ульяна, изучив ее рисунки, уверяет, с девушкой случилась беда. А затем выясняется, что в городе при подобных обстоятельствах пропало еще несколько девушек. Ульяне и Левину предстоит разгадать тайну загадочного коллекционера. Главные роли в сериале исполнят Глафира Тарханова, Сергей Губанов, Татьяна Лютаева, Аристарх Ливанов и другие. Повтор четырехсерийного детективного сериала «Синичка» состоится 23 мая на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.